Ну, мелкий, ну хватит здесь уже слезы ронять. Ну сколько можно? Ты уже плачешь тут, ну сколько? Ну часа три уже где-то, четыре. Ну хватит, мелкий, успокойся уже, ну пожалуйста. Ну я понимаю, да, ну что ж ты будешь делать-то в этой жизни? Ну я понимаю, ну всех бабы бросают на этой планете. Ну каждого человека, понимаешь, бросают бабы, а баб бросают мужики. Ну жизнь такая-то. Сволочь несправедливая, ты понимаешь? Даже меня баба бросала, а я бабу бросал, а баба меня бросала, и я бабу бросал. Ну я не знаю, мелкий, ну выпей ты водички. Держи водички, держи, выпей, но я уверен, что легче тебе станет. Ну что поделать, если Аленка вот такая-то оказалась? Она использовала тебя, она использовала твои связи, она использовала мить. Да сколько можно плакать? Я не знаю, это Аленка какая-то, знаешь, она оказалась, я че, ну... Да плохая баба! Тебе надо его просто как-то уже отвлечь. Она тебе просто недостойна, мелкий. Она тебе стоп... Тебе легче стало? Стало легче. Она тебе недостойна, мелкий. Да зачем по ней-то расстраиваться? Да, ну со всеми бывает такое. Бедный мелкий, его в прошлой серии баба бросила. Я не знаю, что было. Она просто к нему подошла, просто выкинула ему его подарок, Пикачу, шмагнула его по лицу, просто такую пощечину вкусного леща ему дала и свалила. Я не знаю, что это было. Он грустит, я не знаю, что с ним сделать. Я 5 часов уже пытаюсь его успокоить. Он сначала вроде держался, потом как разревелся, как будто из шланга вода полилась. Я не знаю, я уже сам расплакался. Видите, насколько я уже прям вытирал себе. Все, ладно, хватит так грустно. Мелкий, попей водички, и все будет хорошо. Ну я не знаю, что я для тебя могу сделать. Хоть кролика зарублю, хоть кролика вот этого порешаю, и супчик сделаем кроляцкий, хочешь, мелкий? Не хочет он, я не знаю, что его может спасти, вот даже этот бешеный кролик. А хотя нет, знаю. Мелкий, а если я тебе кофе дам? А-а-а-а, ты такая! Ну ладно, не, я пошутил, кофе тебе нельзя, ты еще слишком маленький для того. Ладно, дам. Дам кофе! Держи, только не плачь. Я тебя очень сильно прошу, лучше. Я как бы не люблю кофе раскидываться налево и направо. Тем более мелкий как бы мелкий. Логичная логика. Но в таком случае точно можно. Держи. Выпей, точно легче станет. Латте макиато с карамельной пенкой на вкусном соевом миндальном молоке, взбитыми сливками и тройной позой... я сказал тройной позой сахара. Тройной дозой сахара! Знаешь, мелкому что поза сахара, что доза сахара ничего не поможет. А, если ты думаешь, что я дурак, ну, типа, ну как бы ты ошибаешься. Не спрашивай, что это такое, не спрашивай, что это такое. Я просто тут записываю ролик, как бы, от первого лица на свой день рождения. 22 июля этот ролик выйдет на моем канале. Вот, просто запомни, поэтому не обращай внимания на вот эту. И ты тоже, мелкий, не обращай внимания на вот эту. Это часть меня уже в течение дня. Ладно, пошли. Я знаю, что тебя еще сможет отвлечь. Пошли. Ладно, все, я не буду дурачиться, это как бы мелкого, сейчас он меня еще отшмагает. Да ну хватит, иди сюда, я знаю, что тебя может успокоить, иди сюда, смотри. Я как бы новую рекламу заказал, пока ты там дристал своими соплями, ну, в смысле, плакал очень много. Девушка связала своего парня и сделала что-то странное, очень странненькое, страннюшечное. 18+, на канале Эдисон Перец. Это его канал, вот этого пацана. Как бы, мелкий, чтобы ты понимал, мне бы хотелось бы сказать своим подписчикам, что это как бы кликбей, да, но на самом деле, мне пару дней назад на втором канале вышел ролик. И вот эта картинка описывает полностью все, что делала со мной Катя в этом ролике. И там действительно 18+. Я бы как бы даже не советовал бы смотреть его, но... Ну, такое лучше посмотреть, чтобы узнать всю правду про Катю и... В общем, вот, подсказочка на этот ролик. Канал Эдисон Перес, можешь сам зайти посмотреть. Ссылочку я также оставлю в описании. Ну, там была жесткая жесть, прям прижестокая жестокость была. Даже вот это тебя не спасает, то, что там девушка связала своё парня.
Ладно, иди сюда, иди сюда, иди сюда, Плакса, иди сюда. Надо тебе пример показать успешной пары, которая расставалась кучу раз, и потом которая заново сходилась. Подожди, я не туда пошел. Щупзлет вот этот усатый Петрович, и его Ритка-Маргаритка, которую мы свели в предыдущей серии. Давай, 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 заходи, 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 пацаненок, заходи. Ой, вы не дадите мне пожить нормально этой жизнью. Просто, мелкий, чтобы ты понимал, сначала вытри ноги, собака. На коврике так написано, это не мои правила, молодец. У нас 3 дня до того, как Костянчика или шандарахнут, или мы спасем Костянчика. Твоего папу, Костю, вот родного твоего папу... Да, даже не спорь, мы с подписчиками давно уже выяснили то, что это твой родной батя. Он похож на тебя, как 2 капли воды. Как бы сравни с одной стороны, это выхухляцкая Аленка, которая тебя просто недостойна, да? И с другой стороны, твой родной батя. Батя твой родной. Как бы на весы поставь и взвесь, что для тебя важнее. Я как бы все понимаю, бабы бабами, вот это все хорошо, там муси-пуси в щечки поцеловал, там крокозябрик твой там поднялся, там ротоподъем, там, да все, ладно, я пошутил. Но с другой стороны, как бы семья важнее, а Костя как бы много для нас сделал. Последнее время бухал, как скотобаза какая-то лютая, но как бы много всего сделал, его нужно спасти. Привет, брат, спасибо вам, проходите, мелкий, ты тоже проходи, проходи, веселиться будем. Веселиться будем, мелкий, заходи внутрь, хватит уже, все, давай, 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 давай. Ой, зато сейчас выплачет все, что только есть в организме, всю жидкость. Неделю пипикать не будет. Ну, как бы мама мне в детстве говорила, больше плачешь, меньше ссышь. Народная мамина мудрость. Ща мы все расскажем, ща мы все расскажем. Мелкий, тебе нужен профессиональный совет. Степа, посмотри на меня. Ты костюм не... Молодец, костюм не снимай до конца жизни, а то Ритка и Маргаритка тебя опять бросит. Мелкий, да садись ты на стул уже! Степа, тут прикинь, баба его бросила. Вот прикинь, крокозябра мелкая бросила его. И он сейчас грустит из-за этого. Да хватит, мелкий, ну что, я реально не прав. Ну реально не прав, тушканчик волосатый бросил. Ну вот именно, с кем не бывает, да? Да с кем не бывает, мелкий. Баба бросил, идешь другую, это же не конец планеты. А вот если Костянчика зарешают эти грабители, вот тогда это уже будет конец планеты. Другого отца ты себе не найдешь. Я не знаю, как ему доказать. Он до конца жизни будет оправдываться, то, что это не его батя. И Костя тоже будет оправдываться до конца жизни, то, что это не его батя, хоть это как бы батя и сын. Маргарита Степановна или Петровна, как вас там зовут, всегда забываю. Зачем вы ему еще один кофе дали? Хватит, спрячьте вы это кофе, да нельзя столько кофе бухать, да мелкий, да передоз кофеина будет у тебя. Ладно, сегодня можно, мелкого горя. Ну так а я ему о чем говорю, Маргарита Степановна, ну он не слушает, видишь, он, ну сколько можно? Да мелкий, ну не переживай, тебе говорит опытная старая женщина. Ну, в смысле, вечно молодая, как бы, бабам, ну, девушкам нельзя про возраст говорить, да. Мелкий, все будет хорошо, я тебе обещаю, усатый Степа тебе обещает. Ну вот, найдешь себе другую бабу, это была Аленка, а другая будет Аленка X2, Аленка номер 2, да телочка будет еще круче, чем твоя первая Аленка, да как бы, понимаешь, это и не первая твоя любовь, и не последняя, все будет хорошо. Мелкий, если тебе будет легче, я не знаю, может мне Катю бросить? Будем с тобой двое одиноких молодых человека, да? Ты чё, офигел? Да я шутку сказал! Мне сейчас реально Катю бросать, чтобы тебе легче стало! Разнылся просто! Я-то думал, я мужика выращиваю! Фу, мужик! Слов нет! Просто слов нет! Степа, помоги мне воспитать! Идите, откройте, мелкий, иди сюда. Все будет хорошо. Посмотри на Степу. Видишь, какой человек вымахал. Вступил на неправильную дорожку. Забухал, как скотина просто. Ну все с ним хорошо сейчас. Степа, не пьешь? Что-то там странное творится. Маргаритка, у вас там... Слушайте, это слишком сложная ситуация, чтобы я кому-то что-то объяснял. Да опять этот наркоман, который тогда с крыши прыгнул. Там один...
Ну да, наверное, ему плохо сейчас стало, вот пришел опять, приперся сюда, с крыши прыгнул, вот опять наркоман, да, опять на крышу, наверное, хотел забраться, да. Степа, не обращай внимания, там вся, мелкий, давай мы валим отсюда, вы тут сами разбирайтесь со своими любовниками, со своими... Пошли. Пойдем. Там они пойдут со Степочкой, мелкий, мы с тобой пойдем. Ладно, давай мы еще раз с тобой как-то отвлечемся. Нам нужно топать к вот этой рекламщице Людмиле, которая там в этом рекламном агентстве Жирафик. Нужно ей бабки заплатить. А то мне она как бы рекламу сделала, там, где девушка моя меня связала, и там дрым-бу-бу-бу-бу-дум, что-то странное сделала. Пошли, мелкий. Почему многие думают, то, что девушка бросила конец света, пацан бросил конец света? Да жизнь-то на этом не кончается, когда вы уже поймете то, что если вы расстаетесь с человеком, ну значит это не ваш человек. Ну не будет он тебе сопутствовать по этой жизни. Человек должен разделять твои проблемы, твои грустные моменты, твои радости, твои печаль. Все должен разделять. Если твоя чупакабра просто пришла и дала тебе леща, ну разве не так? Ну значит не твой человек. Не твой. Здравствуйте. Приступайте. Мне кажется, эта шутка никогда не устареет. Вы убрали бы эту рекламу, а то такие люди, как я, допустим, да, могут неправильно понять то, что кто что делает, кто что вот это выполняет, за какие копейки и кто кому. А в итоге кажется, то, что это пылесос. Пошли, мелкий. Здесь ничего не изменилось, здесь тоже. Опа! Новые лекарства у нас здесь появились. Хули нам, антидепрессант. Вот, мелкий, тебе бы упаковочку хулинам, да, чтоб ты не антидепрессантивал. Пердал плюс. Теперь с огоньком. Напалом 75%. Подожди, это же было вот этот пердел форте, да, сейчас появилось новое, пердал плюс. Слушай, неплохо. Fucking shit. Для снижения неприятных ощущений при ответственных совещаниях. И пусть все пройдет гладко. Fucking shit. Мелкий, ты когда-то пробовал fucking shit? Вот я первый раз слышу про fucking shit. И передал плюс, и хули нам, ладно. Рекламщик Людмил! Здравствуйте, молодой человек. В первый раз с вами видимся. В общем, видел вашу рекламу. Все сделали как всегда. По-тупому. Вы опять там какую-то фигню наплели. Там кто-то что-то там кого-то связал. Там странненькие дела какие-то сделал. Ладно, посмотрим на отдачу от этой рекламы. Если будет хорошо, значит буду у вас заказывать. Сколько я там вам должен за эту рекламу? Здравствуйте, ваша реклама готова. Как обычно, 64 монет. Мистер молодой, взрослый, умный, обычный человек. Как много всяких непонятных комплиментов. Держите, 64 золотые монеты. Все, давайте, до свидания. Спасибо большое, если что, я буду еще обращаться. Слушай, мелкий, надо бы узнать, где хулинам купить. У нас вообще в городе ютуберов есть аптека? Ну ты хотя бы как, ты держишься? Ну легче стало. Ну я в баню просто. Мне нужна такая реклама, чтобы всем было понятно, что я хороший детектив. Мы добавим туда рожки, тюльпаны, там и радугу, всего доброго. Вы дура? Извините. Детектив, значит. Мелкий, тебе сейчас в голову случайно не забралась, не закралась та же идея, что и мне по поводу детектива? Нет, ну конечно, ты у нас немножко того тупенький. Ну, в смысле, я пошутил. Извините, что я встреваю в ваш разговор. Я просто случайным левым ухом подслушал то, что вы являетесь детективом, да? Вот видите, вот насколько рекламщик Людмила... Да, здравствуйте, молодой человек. Вот насколько рекламщик Людмила хороший рекламист. Понимаете? Она без рекламы уже смогла вас пропиарить мне. То есть вы еще даже не сделали рекламу, а я уже хочу стать вашим клиентом. Тут у меня беда одна случилась примерно месяц назад. Человек пропал. Найти его надо. На вас вся надежда. А как вас зовут, кстати? Как я к вам могу обращаться? Детектив. Мистер детектив. Странное имя. Зашифровано, да? Шпион, небось, какой-то. Германский, да? Из Германии. Штирлиц, да? Штирлиц учил вас, да? Нет, не Штирлиц.
Пошли, пошли. Я вам объясню всю ситуацию. Вы там делаете рекламу мистеру детективу. Пошли, мелкий, пошли. У меня есть идея хорошая. В общем, детектив, слушайте внимательно все четыре уха своих. Или сколько у вас там ушей, я не знаю, сколько у детективов ушей. Пошли, пошли. В общем, я с вами сейчас отправлюсь на место преступления, где я с мелким... Пошли, побежали. Я с мелким последний раз видел пропавшую жертву. Костю. Последнее, что я помню, как возле моего ресторана несколько бандитов на каких-то развалюхах приехали, затащили Костю в свои вот эти тарантайки и увезли его. И все. После этого ни одна живая душа его не видела почему-то. Я пытался разобраться. Шел по следам, натыкался на следы шин, натыкался на разбитое стекло, натыкался на сигареты. Бычки, которые выбросил один из главных бандитов. И последнее, что мы смогли запечатлеть, последнее, что мы с мелким смогли увидеть, это вот это место. Здесь очень много улик, но они здесь обрываются. Я не знаю, что было после этого, куда они поехали. Что понятно-то, что понятно-то? Ну, пошли, 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 мелкие. Ты смотри, что-то клюет. Унюхал-то, знаешь, как овчарка, просто след какой. А у нас здесь разве дорога когда-то была? И она просто за этим холмом все время была, и я даже ее не видел. Fucking shit просто. Дайте мне выпить, пожалуйста, это лекарство. Fucking shit просто. Ну, хули нам, пацанам, ну, в плане... Лекарство так называлось только что. Санта Лючия, ля падре Антонио де Спиритус, покажи мне путь. Это, мистер детектив, вы детектив или экзорцист, священник? Ну пойдемте, пойдемте. Слушай, странный какой-то детектив. Мелких, собачку не хочешь? У меня вот перчик есть, у тебя вот эта псина может быть. Ну если хочешь, забирай, я не знаю. Она пойдет за тобой? За мной пойдет, не пойдет, меня собаки любят. Собака, иди сюда. Ай, ты смотри, ну перчик просто ревновать будет. Ладно, потом разберемся, пошли. Вы что-то нащупали, мистер детектив? Мелкий, иди сюда, да люди странными иногда бывают, даже, да, и, да подай, кофе дам, кофе, да, дам кофе. Нет, не веришь? Не веришь, что у меня есть кофе? Держи. Иди забирай. Знаешь, как рыбу на приманку ловить, так же и мелкого на кофе ловить. Я боюсь спросить, мистер детектив, вы в последнее время в психушке не лежали? Я там не знаю, может у вас там какие-то, что-то странное вы видите, Санта-Лючии, какие-то Дева Мария. Ни слова больше, идемте за мной. Ну ладно, пошли. Может она сейчас куда-то приведет, в могилу, допустим. Я не знаю, куда этот странный человек нас вообще может куда-то привести. Мелкий, кофе пей, не разлей. Я тебе, больше кружек я тебе кофе не буду давать, хватит. Это уже третья за сегодня, или четвертая. Иди сюда! Давай подойдем ближе. Сюда. Главное, чтобы они нас не запалили. Подождите, у меня здесь бомба взрывается. Ты понимаешь, что он привел нас... Да... Ты что толкаешься, пописяка мелкая? Ты понимаешь, что он привел нас к этому главному бандиту, с которым у нас через 3 дня, ну уже можно сказать через 2, должна состояться встреча. Я все прекрасно понимаю, то, что мы их сейчас нашли, но а что нам делать? Слушай, а может мы их выследим? Детектив, может мы их выследим до того места, где они вот это прячут Костю? Главное не делать никаких поспешных выводов, главное не совершать какие-то неопрометчивые вот эти поступки. Вот сейчас мы дружно здесь сядем, дружно все решим, что делать, будем ли мы их выслеживать, будем ли мы идти по следу. Да в смысле, куда ты сам разберешься? Да сейчас мы все решим с тобой, мистер детектив. И спасибо, конечно, то, что нас сюда привел. Вот, а мы с тобой... Ты
в своем уме, Чубзелет Петрович! Прячься, мелкий!